Уважаемые зрители, мы открываем фестиваль камерной музыки Союза композиторов России «Пять вечеров». Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России. Информацию о композиторах и исполнителях вы найдете в буклете фестиваля, а также в программке концерта. Мы ведем прямую трансляцию нашего концерта и будем благодарны, если вы переведете ваше мобильное устройство в беззвучный режим. Григорий Зайцев, русский контрапункт для квартета «Домр» и бас-балалайки. Исполняют солисты Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Григорьевны Зыкиной, художественный руководитель, заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Анастасия Захарова, «Домра Малая», Надежда Ли, «Домра Малая», Илья Кокин, «Домра Альт», Сергей Корняков, «Домра Бас», Эфнан Ибадлаев, «Бас Балалайка».
Елена Демидова. Сюита для баяна и фортепиано, театр теней. Исполняют солисты ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Алексей Долматов, баян, Гульнара Губайдулина, фортепиано.
Сергей Попов. Воспоминания о ярмарке для малой домры, балалайки-примы и фортепиано. Исполняют
лауреаты всероссийских и международных конкурсов Луиза Нуриева, «Домра малая», Владимир Дунаев, «Балалайка прима», Гульнара Губайдулина, «Фортепиано». Thank you.
Владимир Кобекин. Соната для фортепиано в трех частях. Господин Великий Новгород. Часть первая. Вечер. Часть вторая. Собор Святой Софии. Часть третья. 1570 год. Плач о разорении Великого Новгорода Иваном IV. Исполняет автор.
Алексей Хевелев. «Любовь и ненависть» для домры и баяна. Исполняют солисты ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Владислав Афанасьев, домра малая, Алексей Долматов, баян.
Дмитрий Мазуров, Hauntology, исполняет лауреат международных конкурсов Роман Малявкин, аккордеон. Thank you.
В завершении первого вечера нашего фестиваля прозвучит «Токката для четырех домр» Эльмира Низамова. Исполняют солисты ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Надежда Ли, домра малая, Анастасия Захарова, домра малая, Илья Кокин, домра альт, Сергей Корняков, домра бас. Thank you.
Наш концерт подошел к концу. Ждем вас завтра на следующем концерте фестиваля Союза композиторов России «5 вечеров». Благодарим за внимание.